Хорошо на даче, круглые сутки на свежем воздухе. Я тоже хочу кататься. А мы сейчас тебе гамак сделаем. Возьмите плотную штору, завяжите ее узлом и прикрепите крепкую веревку. Он качалка и кровать, хорошо на нем лежать. Он в саду или в лесу, покачает на весу. Вот и все. Пара минут терпения, и все лето в комфорте. Проще простого.